после утренней пробежки в этом весеннем расцветающем лесу хочу поблагодарить за работу со мной Глеба, тренера моего подсознания, удивительного, мягкого и чуткого человека, который смог вытащить меня из тьмы своих мыслей и направить на то, что действительно мне важно. Как результат, я вернул ежедневные тренировки и делаю это без сопротивления, а исходя из любви к себе. Мои мысли о будущем стали гораздо более светлыми, и я уверен, что в действительности все зависит от меня, и я все могу. За это я очень благодарен и отдаю частицу света в благодарность Глебу.